Много ли пролежит человек в земле, пока не сгниет? Да как вам сказать? Ежели не протухнет заживо, сейчас пошел такой покойник, что едва дотягивает до похорон, то лет 8-9 продержится. Кожевенник этот все 9 с верностью. А чё ж этот дольше других? Видите ли, сударь, шкура у него так выдублена промыслом, что долго стоит против воды. А вода, будь вам ведома, самый первый враг для вашего брата-покойника, как помрете. Вот этот череп, например, пролежал в земле 23 года. Чей он? Одного шалопая окаянно лучше не вспоминать. Чей вы думали? Не знаю. Чтоб им пусто было чумовому сорванцу. Бутылку Рейнского расвели мне на голову. Что вы скажете? Этот череп, сэр, Йорика, королевского скомороха. Этот? Вот этот самый.